Дорогие телезрители, первые кастинги конкурса ведущих детских телепрограмм «Юная телезвезда» состоялись в Гомельской области. И мы предлагаем вашему вниманию очередной дневник отборочного тура этого телекастинга. Наша съемочная бригада прибыла на юго-восток Гомельской области. Это город Хойники. Именно хойникские земли взрастили нашего белорусского писателя Ивана Мележа, 95-летие со дня рождения которого мы празднуем в этом году. А местные жители стали прототипами героев романа Ивана Мележа «Люди на болоте». Кастинг ведущих детских телепередач в Хойниках. Он отличается от других тем, что здесь побороться за звание победителя решили исключительно девочки. 11 местных красавиц и умниц попробуют продемонстрировать свои лучшие качества, которые, на их взгляд, просто необходимы ведущей детской передачи. Детская передача, какой она должна быть? Веселая, чтобы дети были довольны. Умная, должна уметь хорошо обладать русским, белорусским языком. Но мне кажется, получится. А благодаря чему? Что есть в тебе, что позволит тебе быть ведущей детской передачи? Ну, даже не знаю. Мне вот мама говорит, у меня есть хорошая интонация, это выразительность, дикция. Я не боюсь сцены. Я позитивная, активная. Все без исключения девочки занимают активную жизненную позицию. Каждая из них талантлива по-своему. А уж какие оригинальные визитные карточки они подготовили. Удачи, успеха. Не бойтесь, все будет хорошо. Мы за вас переживаем, болеем. Каждого человека в течение жизни окружает множество ароматов, приятных и не очень. Это аромат моей малой родины, места, где я родилась и выросла. Эта серия ароматов связана с чертами моего характера. Известное высказывание гласит: «Целый мир от красоты», а я считаю, что целый мир от доброты. 1 сентября 2008 года на меня одели красивое платье, завязали огромные банты, в одну руку дали букет, в другую портфель. Так началось мое первое знакомство со школой. Появилась на свет одна девочка, Гаращенко Анна Александровна. Как все дети, играю с игрушками, люблю танцевать и читать. Очень люблю рисовать, танцевать, а также петь и заниматься различными видами спорта. Я играю на аккордеоне. На самом деле, я очень разносторонний человек. Люблю учиться, стараюсь учиться на отлично, и мне интересен каждый предмет. Занимаюсь в студии «Мода Шаг». В 2015 году получила титул «Мисс Улыбка» в финале конкурса «Маленькая принцесса 2015». В будущем я хочу стать телеведущей. Спасибо. В качестве творческих номеров девочки читали стихи и пели песни. Ты слышишь, мама? Черты ее лица нехороши, и нечем ей престить воображенье. Младенческая грация души уже скользит в любом ее движении. О-о-о, только вместе мы большая сила. О-о-о, не разлей вода. О-о-о, чтобы радость сердце не остыла. Наладжували. Як гэта зацікавілася Марынка? А вось так, падміргнула ей бабуля. О, вот в этом зале.
После выступления всех участниц кастинга за работу взялись члены жюри. После долгих обсуждений председатель жюри готова объявить победителей. Дипломы получают участницы, занявшие третье и второе места в двух возрастных категориях 10-12 лет и 13-15. И, наконец, победительницами становится Катя Наумовская, 12 лет, и 13-летняя Аня Рубан. Какие главные качества в тебе есть, которые, ты считаешь, на твой взгляд, должны быть ведущими? Ну и как бы оптимизм, человек должен передавать, харизма. Целеустремленность. Без этих качеств, мне кажется, не может быть телеведущего. Обаяние. Я знала, что я выиграю. А почему такая уверенность? Потому что я привыкла быть уверенной в себе. И уверенность, надежду мне подарила моя учительница Орещенко Надежда Алексеевна. Ну что ж, очередной кастинг позади. Ряды ребят, которые попали во второй отборочный этап конкурса «Юная телезвезда», пополнили победители из Хойникского района. Мы же отправляемся в освояси и ждем встречи с участниками следующих кастингов.